Всем привет, ребят. Нахожусь в магазине Коска, такую ищу. Ну, классно исполнено, увидел, хочу. Не могу не поделиться. Ну, сейф, это фирма Bighorn. Написано, что здесь коробочка есть. На ней видно, как его можно поставить. Можно поставить, видите, в виде тумбочки возле кровати. Очень красиво, он под старину сделан. Смотрите, как классно сделано. Эти наружные косынки, швы, уголочки, проварены швы, служат декорацией, знаете. Очень классно, клепки как будто бы сделаны. Смотрите, сварочка как классно сделана, супер вообще. Вот это колесо, обалдеть, вообще тоже очень классно. Покраска, видите, какая тоже классная, такая тоже подзатертая такая, интересная. Эти швы здесь наружные тоже, очень грамотно, красиво сделаны. Шапочки латунные, чтобы не стиралось. Вот это мне очень нравится, видите. Сделано лазером Bighorn. С английского переводится большой рог. То есть там сквозное отверстие, это многослойная дверь. Это там отверстие прорезано вглубь, туда внутрь. Хотя, может быть, сам металл, толстый металл, просто прорезь сделана. Не, наверное, вот эта пластина накладная. И вот, смотрите, открываю, смотрите, как классно, вот эти запорные стержни. Вот опять, что у нее рейтинг 40 минут. Вот, колесо я вращаю. Очень, очень интересно сделано. Полстенная дверь. Здесь емкость достаточно большая, полочки есть. То можно разместить. Здесь просто полка, видите, так как она может как прикроватная быть. Конечно, было бы грамотнее сделать замочек. Я бы лично сделал бы встроенный сюда, тоже бы он просится. Но здесь очень классно, очень красиво сделано. Супер.